народ идет на завтрак, нам тоже туда надо на завтрак. Милый городок Крумбах, наша гостиница, Дайм, Карл Дайм, Гастхоф и Мецгерай, это мясная лавка у них по совместительству. Карл Дайм, очень милое место. Тут очень много домов таких с фахверком, с деревянными вставками. Вообще городок очень милый, очень дружелюбный, очень сонный, тихий, аккуратный. Все наши монстрики проснулись и ждут прогулки. И собачка маленькая. Она грустная. Покажи ее глазки. И у нее глазки, ой, какая она грустненькая. Но мы ее повезем в Леголанд, она будет веселенькая. А как их зовут? Вот того синенького, как зовут? Танк. Танк. А розового? Лила. А потом желтенький? Танк. А потом лиловенький? Лола. Это Лола, красотка. Ой, а это кто такой, милашка? Это Свипи. Свипи. Так, а это кто? Алисия, это Алисия, это кто у нас? Черненький. Джипс. Так, а зелененький? Скупс. 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 За окном прекрасный день, замечательный город. Мы сейчас пойдем завтракать, а потом мы снова поедем в Леголанд. Да, Диана! Привет! На канале Алисия Флэпчест. И сегодня мы опять приехали в Леголанд. И катаемся на этих аттракционах, которые вчера еще не было. Посмотрим, что еще есть такого интересного, что мы не успели охватить. Вот они, инструменты, смотри! А, классно! А я все думаю, где инструменты должны быть? Какие они прекрасные, фонтановые. И играют разную мелодию, да? Это, наверное, фагот. А, это, наверное, типа ксилофона маленького. Ну да, да, да. Такой костюм с пуговицами. Можно помыться в фонтане. Кто принес мочалку, шампунь? Принесли? Нет. Алиська. Алисенька искупалась чуть-чуть в фонтане. Шикарно. Как хорошо освежиться в жаркий день. Мы заходим в Атлантис. В Атлантис-Сити. Очень интересное место. Мы не знаем, что нас ждет. Но знаем, что интересно. Рыба-клоун. Смотри, это лиловый, это Дори. А вот это вот... А вон там точно Дори, как из Немо. Ага, а вот это вот Немо. Тут есть маленькие крабы. Это растения всякие, подводные. Чего они так двигаются? О, они болтаются в воде. Это кто? Это что за рыба? Вообще страшенная вещь. Ой. Маленький Немо. Маленький Немо, дайте я его. Покажу. Точно, маленький Немо. Вау, он вылез из домика, из кувшинчика. И теперь спрятался. Он прятался. Ему интересно, что там происходит. Это Немо. Мама, посмотри, какие медузы. Как это клали еще раз по-русски? Это медуза. Песочная медуза. Один дядя сказал, что они здесь крутятся, как в стиральной машине. Правда? Попробуй. Да. Пошли. Смотрите, там акула наверху. Это акула. Вот она. Здесь моего тоже, он был автобусом. Да. Он может сделать молнию. Не, он не может делать молнию. Ой, да. Он просто жалит иногда. А нет, как его делать? Там развалины старого города. Он провалился под воду. Папа, пошли дальше. Прикольно. Смотри, он прямо по земле стелется, скат. Это ух ты, смотри.
он хвостом оттолкнулся. Это из Немо автобус был. Неужели автобус? Там автобус. Прикольно. А вон опять акула большая. Слушай, точно как будто мы в мультик попали. Это Аквамен, наверное. Вау, смотри, он прям к нам проплыл. Класс. А там чупа. Вот второй прям здесь. Тут вообще их целая стая, вон летают. Да. Смотри, там рыбка спряталась, боится нас. Смотри, они дерутся, что ли? Ой. Глянь. Смотри, он у него губы и зубы. Можешь? Папа, посмотри. Круто. Красиво. Да. Папа, посмотри. Да, круто. Здесь можно... О, черепаха. Он как динозавр какой. Они залезли в океан. Да, они вон какой-то под водой там. Смотри. Черепаха вообще как динозавр какой-то. Не, как будто змея какая-то в панцире. Смотри, он повернется, это как динозавр такой. Смотри, у него даже есть снизу. Да, как клыки. Такие, как клыки. Есть какие-то подводные тараканы. А, это маленький рак, смотри, это такой рак. Смотри, морской еж настоящий. Это другой какой-то. Он взрослый. Вот это какая-то пиявка, смотри, жирная. Это же морской червяк. Или червяк, да. На каждом острие у звезды под глаз находится один глаз. То есть у них 5 глаз. Ты хочешь, чтобы я подкладить его? Вот, аккуратненько. Ой, как прикольно, молодец. Павел? Давай. Он как камушек, доча. Он как камушек. Окей, я попробую тоже. Он как камушек. Ой, какая прелесть. Он как камушек. Вау. Молодец, Алисенька, смотри, она, да? Ну, как Лишка? Камушек, да? Ну, как камушек, а смотри, у этой завернулась. Потому что воду хочет обратно. Вот это рак такой, видишь, он меньше. Не бойся, такой рачок. Прямо на него залез краб. Это рак. Рак. Это рак, который маленький совсем? Ой. Ой, мама сейчас рак покушает. Рак меня будет кушать. Окей. Ой, какое смешное ощущение. Ему понравились мои ногти. Он там что-то нашел. Сейчас. Вау, он тебе там под ногтями делает маникюр. Вот и все. Не боишься? Нет, там мокрая. Будешь вся мокрая? Нет, охладимся. Так надо там крутить, чтобы стрелять. Там, когда ждешь еще, в тебя уже обстреливают водой. Еще не сел на корабль, ты уже мокрый будешь. Папа, на тебя прыгала. Ну, чуть-чуть, да. Мы зашли в туннель, где теперь точно мы намокнем. Потому что здесь уже не спрятаться. Буду, да. Справа по борту. Справа по борту. Лево по борту. Что-то как-то не слабо. Ой, не крутись. Я не могу, папа, крутить. Крути просто и все, как сможешь. У меня вообще не получается. Позы!
День Ангриф! Крути просто! Да-да-да. Ну, посмотри на меня. Я вся мокрая, Томми. О, нет! Папа, Али. Ну, я вся мокрая, папа. Ну что, все мокрые? Да. Ну, вам понравилось? Да. Давайте чек. Томми. Так, крутить было тяжело, но мы все справились. Фигурки из тысячи вообще кубичков. Не фигурки, это фигурища. Вот жираф на пуантах. Балерина-жираф. И все это из кубиков Лего. Красота необыкновенная. Вот и закончился второй день в Леголанде. Ставь лайк и подписывайся на канал Алиса Пикчерс. Всем пока!